Надо ли такая выставка? Леша, на фоне выставки. Ну сейчас, я что? Да, прямую. В интернете. Это в интернете будет, вот здесь. Вот. Надо ли такая выставка? Может, не надо, потому что мнение разделили. Представьтесь, пожалуйста. Да. Мнение разделили, говорят, что не надо людей пугать. Все, поехали. Да, можно выйти. На самом деле, весна – время, когда люди думают о будущем, когда люди выстраивают планы на обозримую и более отдаленную перспективу. Сегодня, ознакомившись с материалами этой выставки, я начинаю понимать, весны не будет и перспектив нет, если мы все вместе не встанем на защиту наших детей, над которыми нависла невероятная угроза. Ничего нет более отвратительного, чем гибель людей в условиях, когда не ведутся военные действия. Но можно уверенно сказать, что сегодня на Украине, в Николаеве, идет настоящая гражданская война. Есть те, кто представляет собой реальную угрозу нашим детям, а значит и нашему будущему. Она такая смешанная. С ними надо бороться. Нет никакого сомнения. Она смешанная, она смешанная. Да. Представьтесь, пожалуйста. Как нужно сказать? Ну, имя, фамилия, должность. Фарсяк Владимир Никифорович, декан инженерно-экономического факультета Национального университета кораблестроения. Она получилась смешанная война. Она получилась и гражданская, и отечественная, и тут и мировой капитал, а наши, я не знаю, это предприниматели. Это недопонимание. Либо желание поспособствовать. Успеем что-то сделать? Тот, кто не борется, тот способствует. Мы успеем что-то сделать? Мы обязаны. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.